Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, как бы странно ни звучало, но я вернулся, с вами Казуку Фэмили, и если вы видите данное прохождение, значит, наш канал еще пытается как-то существовать, но, опять же, я в прошлом видео говорил, что у меня проблемы с компом, с интернетом, телефоном, короче. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что мы начнем игру, которая есть в Стиме от русских разработчиков, по-моему, какой-то там то ли 11 километр, то ли 10 километр. Мистика, поезд, Москва, персонажи, бла-бла-бла. Короче, ребят, кому интересно, смотрите, всем приятного просмотра. Я попытаюсь важные диалоги озвучивать, а диалоги банальные, типа... Я не буду, потому что, чтобы сэкономить время и чтобы была какая-то движуха. А по ходу дела там, может, разберемся. Всем приятного просмотра. Так. А, 60 километров. Даже так. Ага. Глава первая, под стук колес. Так, отпуски, каникулы, весна. Кто-то едет на моря, на дачи, туда-сюда, да? Ладно, погнали. Ага. А, вот, сохранить так можно, окей. А, это он на электричке ехал. Это, оказывается, даже не поезд, а электричка. Кстати, как бы банально сейчас не звучало, ребят, а объясните мне, пожалуйста, в чем разница... Ну, я догадываюсь, наверное, электричка со стульями, а поезд с кроватями. Но это мое предположение. Типа электричка как автобус, только на колесах. Ну, на рельсах. Вот. Пишите в комментариях и не забывайте про лайки. Так. Наверное, все соскучились по моему голосу. Наверное, многие уже не слышали. Но я существую. Ха-ха-ха-ха-ха. Ня. Так. Угу. Снижаю скорость. Вот и началась хуйня. Концентрация тумана. Скоро выборы надо будет делать. На пожар не похоже. Выброс из завода, химическое оружие. И чё? Евгений Константинович. Ай, блядь, я забыл сохраниться. Может подойти к машинисту? И чё? Машинист послал нас нахуй, да? А почему мне загрузки не дали? Вы охренели? Ладно, давайте перезапишем четвертое сохранение. Эй, подожди, алло. А как мне выбрать прием?
А, это нет, это была авто, рили. Ладно, давайте слот первый. Это было авто. Чё? Жопа ему? Что за пиздец? Женщина увидела и резко встала. Что с ним? Надо выйти помочь человеку. Да ему уже пизда. Так, внимание, некоторые выборы влияют. Нет, выходить нельзя, потому что ему пизда. Давайте первое. Естественно, ядовит, он же умер, блядь. Не выходите из вагона. Ну а что, сколько мы еще, блядь, сидеть будем? Сколько нужно и будем, блядь. Нужно выяснить, что с моим помощником. Вон он вышел посмотреть, и все ли в порядке с токоприемниками. А противогазы-то есть, ребят? Так, окей, связи не было. Бля, ну сохранись ты, а? Давай в шестерку сохранимся, похуй. Давай. Блять, конечно, застряли. Мы до второй главы дойдем? Нет. Главное не паниковать. Николай Васильевич. Евгений Константинович, блядь. Рифма звучит. Николай Евгений. Коля еще будет. Так, Олег. Олег хороший человек. Так. Электричество. Да не поможешь ему, если это дети, а вот. Так. Свою кандидатуру? И что я сделаю? Так, я чувствую, что будет попахивать пиздецом. Вот. Так, ну что, готов, мне кажется, короче. Так, я надеюсь, мы не подохнем, нет? Так. Приготовьтесь. А какие кнопки нажимать? EQ? Я успел? В смысле, какой А, блядь? Пиздец. Я не вижу, блядь, клавиши. Вы чё, издеваетесь, народ? Как я вам, блядь, поэтому должен делать, блядь? А потом, блядь, А появилась, блядь. Подожди. В. А. В. Д. А. А. В. С. Так, подожди, это получается, мы дошли до того паренька, да? Ну давайте сохранимся, допустим. И обратно еще топать надо. Ну, наконец-то.
Так, ну вроде мы теперь не сдохли, это хорошо. Короче, мы убедились, что он умер. Ну, как бы он мертв. Как и что теперь будет с нами делать? На этот вопрос я не знаю, что ответить. Ладно, погнали. Так. Дымке. Так, ну давай в другой вагон пройдем, посмотрим. Что там будет? Давайте сделаем два сохранения. 6 и 2. И посмотрим, что будет дальше. Так. И чё? Константин. Эксперимент. Ученые, военные. Я говорю, эксперименты, блять. Ну, вроде бы адекватный тип, типа эксперименты, все дела. Так, ну погнали. Ну да, телефоны не работают, это я знаю. Ай, блядь, подожди-ка. Не, ну атмосфера для новеллы вполне прикольная, мне нравится. Так, Александр Петрович. А, ты через противогазы их провел, да? Ну чё, толковый парень, однако, да. Так. Я хочу пойти. Блять, подожди, я понимаю, что ты хочешь мне дать опять эти ебучие кнопки понажимать, но это пиздец. Так. Вышел кто-то из тумана. Так, а что дальше? Угу. Конец первой главы.
Глава вторая. Первая вылазка. Not bad, not bad. То есть, получается, мы уже первую главу прошли, да? Не, давайте птицу обойдем. Пруд? Ничего себе, прикольно, прикольно. Так. Теперь рыба. Сусанин долго еще. Забавно, забавно. Здание, дорога. Давайте вот эти сохранения перезапишем на всякий случай. Так, быстрая ходьба, ну да. Трупы. Да, уж весело, действительно. Ну, туман, да. И эти мертвые, офигеть. Жестко. Полчаса. Все продукты. Так, ну я так понимаю, что прям на время придется продукты брать, да? Блин, ну прикольно, такая выживалка, новельная, но впечатление, ребятки, ничего тогда. Так. Ага. Фонарики — это норма, да. Thank you.
Может проигнорировать, бабки может и понадобиться. А что главное? Взять бутылку вина, давай. Ну а мало ли пригодится. Какую-нибудь тяночку угостить, да? Тяночку угостим, да? Какую-нибудь. Так. Возможно. Может быть, действительно пригодится. Окей. Так. Не, ну типа, знаете, они уже типа мертвы, уже зачем им телефон, а это выживание, ребят, то есть, понимаете, если такая фигня уже происходит, надо, как говорится, держаться вместе и брать все необходимые, как бы это странно ни звучало, да, ресурсы. Так. Окей. Теперь мы возвращаемся обратно, да? Так. Дыхание было учащенное. Ту-ду-ду-ту. Ну, что-то я подозреваю, что нам, походу, придется нажимать кнопки. Я не люблю. Единственный минус, что тут кнопки надо нажимать. Очень ускоренно. Кислота. Охренеть просто. Так, ну возвращаемся обратно. Охренеть. Ух ты, красиво, роща. Сейчас я все объясню. Короче, кому непонятно, я сейчас объясню. Короче. Мы ехали в электричке, поезд остановился, ну вот так бывает. Вышел кондуктор проверить поезд на поломку, он взялся за горло, умер от тумана. И три героя, Евгений, Костя и Олег, по-моему так, я не запоминал их имена, ребят, смысл в чем? Мы пошли за ресурсами, все умерли в городе, в магазине. Мы идем обратно, пытаемся добраться до поезда и будем думать, что делать дальше. Короче, такая мистическая выживалка про таинственный туман, туманище, вот. Да, понимаю, банально, но хоть какой-то контент для нашего канала. И вроде игруха неплохая. Так, опять птица.
А, блядь, опять эти кнопки, да вы заебали. Господи, я устал их нажимать. Ну, ребята, блядь. Ну, за что? Так. Все? Уже на автомате. Ну да. А, ну да, это тип нас спрашивает. Ну да, еда, ресурсы людям нужны. Но от голода и жажды, да, люди должны как бы не помереть. Так, подожди, а на автомате у нас во сколько началось? Два. 2.11, да? Автомат. 2.11? Нет, не 2.11, где-то 2. Ну да, где-то с двух. До магазина, да. Ага. Конец. Капец, короткая игра, реально короткая. Уже вторая глава. Офигеть. Глава 3. Ночь. Ночь. Тебя не поймет дочь, когда на улице ночь. Глава 3. Короче, я так понимаю, что мы должны 60 километров, что ли, проехать. Я не знаю. Так. Угу. Прошло 4 часа в игре. А что делать дальше? Ха, гнусные фильмы. Фонарики. Ага, Андрей.
Ох, красиво. Ага. Ну. Здоровенько, Марина, добрый вечер. Ха-ха. А интересно, как она от этого отреагирует? А, она засмеялась. Шутку она оценила. Значит, она тоже смотрела секретные материалы. Пам-пам-пам. Так, ладно. Типа надо разрядить обстановку. Ха-ха. Меня зовут Марина. Ага. Так. Что ты чувствовал? Ну, это понятно, что он в обморок упал. Ага. В институт. На работу. Ага. А ты милый. Прикольно, он только говорит, возможно, твои родственники тоже из-за тумана в опасности. Она такая, а ты милый. Офигенный подкат просто. Па-па-па-па-па. Не, лучше сказать. Так. Отбой. Все, значит, будут спать, да? Жесть. Холодно им, да? Северное сияние.
Андрей, что случилось? Рок. Да. Нифига себе. Тут музон пошел. Рили? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Если мы едем далекие-далекие края. Все чаще раздражает то, что раньше было милым. Все чаще хочется покоя, чтобы все стабильно. Это болото тянет прям до слез обидно. Мне так хочется излить кому-то свою душу. Но то ли всем не интересно, то ли я все рушу. И вот опять один, иду по тротуару. Все, что есть внутри, отдам ему ударом. Он такой же, как я, он постоянно один. Несмотря на следы от ботинок и шин, так же, как и я, обожает ночь. И когда всю грязь с утра смывает дождь, а с меня вся грязь смывается ночами. Эти улицы стали для меня врачами. Они всегда со мной рядом. Момент отчаяния забирают всю боль мою и печаль. И наплевать на дождь, наплевать на лужи, наплевать, что ночь, что никому не нужен. Мимо серых остановок и ярких картин я иду один. Свет огней городских витрин, отражаясь в лужах, я иду один. Давит ночь из последних сил по пустой дороге. Прикольно. Иду один. Я иду один. Нормально. Ну, мне понравилось. О, я так и знал. Ну ладно, я пойду спать. Спокойной ночи, бро. Делай добро, бро. Спокойной ночи, бро. Музыка тут крутая. Так. А профессии? Ага. Да откуда я знаю, кто? Да вы гоните опять! Ой, блядь, опять эти кнопки сжать ебучие, а?
Евгений Константинович. Да вы издеваетесь, в смысле, блядь, теперь каждое действие что-то перевязывать и что-то делать, да ёбаный насос. Откуда я знаю, что делать? Это, конечно, блядь, интересно, но сложно. Блядь. Он не сумасшедший, он просто параноик и все, этот тип. Может, он, кстати, и прав, просто я ж не играл. Машина? Ну ладно. Конец третьей главы. Рассказ Алексея. Стройматериалы. Охренеть. А, он спас старика.
жены, охренеть. Это да. Все умерли. Ну да, а что еще старику-то говорить? Правду. Что каюк многим людям. Капец. Жестко. Это да. Офигеть, старик умер. Жесть. А, он догадался насчет электрички. Конец четвертой главы. Глава пятая. Пожар. Интригующе. Угу.
Так, значит, получается, у нас новый попутчик. Новый попутчик. Так. Ага, похоронить старика. Попробуй, что ли. Ага. Ага. Кошмар приснился, что ли? Интересно. Так. Зачем? Ага. Ха. В такой обстановке спит Вова. Ну да, мы ж ему руку перерезали. Ага. О, даже так я вызываю доверие. О, давайте выпить вина, вряд ли сека сразу будет. Опыт проталкивания вина. Так. И за отличное знакомство. Так, я надеюсь, тут не будет никаких эротических сцен, чтобы, как говорится, ну как говорится, да.
Ага. О. Ага. Так, в случае чего я сразу ставлю паузу. О, па-па-па-па-па-па, ребята. Па-па-па-па-па. Такс. Так, а можно? Сейчас, ребят, я кое-что попробую сделать. Секунду. Так, короче, я вроде бы попытался эту сцену убрать. Засветились вроде сиськи на пару секунд, вроде бы. Так. Они, короче, почпокались туда-сюда, короче, романтика с большой дороги. И он вернулся, чтобы уснуть. Так. Пожар? Серьезно, в поезде? Сейчас будет? Ребята, вы ничего не чувствуете? Да. Так. Окей. И что делать? А они что, курили, блядь? Нужна вода. Кто умер? Ага. Холодно было, костер развели, а погреться. Охренеть. Вы знаете самое тупое? А почему кавказцу в голову пришло в поезде, заметьте, в электричке, поджечь. Это жесть просто. Нельзя сделать маленький костер из чего-то либо, потому что еще в такой сложной ситуации. Посмотрите.
Он был в куртке, он просто мог согреться без костра. Идиоты. И из-за них погиб человек, представляете? Это пиздец. Ха. Мы хотели согреться, братан. Как же вы мне все заебали. Приезжайте сюда и творите всякую хуйню. Каждый день вижу вас, вы отвратительные выродки. Не, давайте не будем оскорблять. У него причина была, типа, согреться. Да, вот именно, мы не расисты какие-то. Ну вот я не знаю, кстати, это действительно пожар? Если глава пожар называется, мы не могли этого избежать. Ну в любом случае, глава походу пожар. Ладно. Так. Окей. Так, в этот момент шуршание туда-сюда. Ага. Чего? Он не будет больше костры разводить? Эй, ты костры не будешь больше? Не буду. Ну смотри. А, тот сумасшедший, ну да. Ага. Ну давай. Надо типа коннект захуячить. Знаешь, давно не пил ни с кем. Вообще удивительно, что такая ситуация происходит и приходится терпеть. Я не люблю, когда много людей. Да и доморощенных идиотов полно, мать его. Все люди ублюдки, мать их. Да ну нафиг. Ты знаешь, очень хорошо. Если бы все сдохли, все от этого грёбаного тумана, я был бы рад. Пусть все закончится не только для меня, а для всех. У тебя нет родственников, детей? Нет, все это только усложняет. Спасибо, мне это не надо, да и теперь поздно думать об этом. Логично. Опухоль, ё-моё. От курения? Ха-ха, ну ты шутник, парень, да похуй мне на это уже. Ничего не изменишь, осталось только наслаждаться последними деньками. Это можно только замедлить, оттянуть, но я не хочу, пускай все будет как будет. Мне жаль. Как все любят говорить, а мне не жаль. Специально драматизируешь ситуацию? Нет, просто для себя я все решил. Так. Ага. Все это дерьмо, которое сейчас происходит, позволит тебе показать, какие все вокруг суки. Скоро ты все поймешь, но спасибо за компанию. Угу. Так. Но смотрите, с одной стороны. С одной стороны, так, я вот думаю, какое записать? Троечку, наверное, да? Типа, можно мужика понять, ему просто уже терять нечего. Раз у него, типа, опухоль, то, в принципе, он такой, блядь, туман какой-то розовый.
убивает всех, пусть он убьет. То есть, знаете, это не то, что мужик, как его, злой. А в том плане, что это защитный механизм. Мужик просто защищает себя там характером, типа, блядь, мне похуй, я буду доживать свои последние деньки, его можно понять. То есть человек, которому там осталось жить пару месяцев, он на полную катушку жизнь проживет, а потом типа, ну мне все равно капец, поэтому его можно понять в какой-то степени. Так, и чё там? Угу. Кавказец. Спасибо, брат, за помощь, брат. Да не за что, ну да. У меня с собой ничего нет, могу отблагодарить. Книгу? Ну давай. А чё за книга? Агония. Русская фантастика. Чё за планы на следующий день? Какие? Патронов 6 штук. Чтобы пополнить продовольствие. Бля, Маринку брать, ну такое себе. А с Маринкой ничего не случится? Может ее взять? Патронов? Карта? На телефоне. Военная база, нифига себе. Угу. Алексей. Конец 5 главы. Под дождем. Уважаемые пассажиры, двери нашего поезда автоматические. В избежание несчастных случаев не прислоняйтесь к дверям. Не высовывайтесь из окон. Не задерживайтесь при посадке и высадке. На военную базу. Подъем. БМО. Так. Угу.
Не. Вода, дождь, ебать. То есть он говорит, что если сейчас дождь пойдет, он же кислотный дождь. Ё-моё. Короче, я не понял сразу этого подвоха, дождь. Да твою мать, вы серьезно? То есть, если я сейчас вовремя не нажму, мы все почпекаемся, да? Давай, 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 давай. Опять? Не первый раз, серьезно? 3:14. Давай, давай. И что тут? Ну да, их же беспокоили именно осадки, потому что если сейчас на них все упадет, это будет просто трэш. Это будет просто трэш, ребятки. Так. Охренеть, прожглась, ебать. Серьезно, опять бежать? Вот это хреново дело. Ну? Ну? В смысле? Вы издеваетесь? Почему не удалось? Давай, 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 давай. Опа, вроде получилось. Наконец-то хоть в дом они убежали. Вот у меня вопрос, а вот эта хрень на поезд не прожигает? То есть дождь же получается прожег много чего, много кого. Офигеть просто. Ага. А как он вернется?
Так, осмотреть стол. Так, воздуха. Ага. То есть получается, мы зря ебашили до военной базы и обратно не хватит. А зачем мы тогда ходили? Текс. Блин, а чё решать? Чё решать-то, я не знаю. Возвращаться назад? Да, жесткая ситуация. Ага. Опа, конец 6 главы, замечательно. Глава военная база. Отлично.
О, быстренько. Такс. Ага. Последний патрон. Трехэтажное строение. О, машина завелась, это хорошо. Отлично. Отлично. Ага. СССР. Длинный коридор. А, там фотка, что ли? Что это за путевое? Да не живут они. Опа. А вот это трэш. Военный. Охренеть. Ты, блядь, кто такой? Я думал, всех вас перебил. Опа. Что в смысле?
Что вам от всем от меня надо? Что вы хотите от меня? Бред, тебя не запугать меня. А зачем? Ой, запутать. Эй, опусти оружие. Вот это поворот, вот это поворот. Вот этого я не ожидал. Опа. Отлично. Это еще кто? Понятия не имею. Окей, держи. О, пистолет. Кто знает, может понадобится. А патроны? Он заряжен. Так. Какого психа? Нет, своих нельзя оставлять, я не стану. Зачем оставлять нашего друга, который остался в помещении? Вы чё, чокнулись, что ли? Так, разберемся с ним, а после этого я помогу тебе. Эй, давай просто поговорим, мы не опасны. Ага. И где этот тип? Если ты тут, выходи, мы хотим лишь поговорить. Опять тишина. А ну-ка, чё там? Охренеть, чувака, короче, было не спасти, да? Широта, долгота Москвы. Опа, откуда я знаю вопрос? Ха! Вы издеваетесь? А как я узнаю? Алло! Как я это узнаю? Серьезно, сейф открывать? Вопрос как? Широта и долгота Москвы? Широта и долгота Москвы. Охренеть. Так это ж вроде нигде не было. Разве было где-то?
И откуда я знаю? Подожди, но истории-то тут нету. Верно? Сохранить главное меню, капец. Короче, я не думал, что так получится. Я не знаю пока что пароль. Это надо смотреть рили прохождения. Я не ожидал, что нужно будет открывать сейф. Вот. Но! Скажу, первое впечатление о игре прикольное. Все эти движухи, все эти, короче, главы туда-сюда, военные эксперименты. Вот. Интересно. Новелла клевая. Может, мы скоро ее закончим. Может быть, еще одно прохождение. Там глав также будет, может, 6. Я не знаю, посмотрю, сколько глав в игре в оригинале. Вот. А всем спасибо за внимание. Оставайтесь на связи. Не забывайте про лайки, приглашать друзей, про комментарии. Я надеюсь, вам было очень интересно смотреть это прохождение вместе с нами. Но... А всем до новых встреч, с вами был Kazoku Family, мы проходим интересные игрушечки вместе с вами. Так что всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока!